Я тут вот так нажал красный. Телефон ее вставлять, наверное. Пошла запись красный. Да, горит, горит тут. Тут моральник есть. Вот, направо. Лесная сказка называется. Там тоже пантовые ванны. Я вот ездил туда, за Шабалино. Мышь. Это молодой. Ага. Не видела, чтобы так присохнул. Коматозные, ее блохи заели. Смотри. Кинь ей кусочек сыра. Не надо. Она ушла уже. Найдет, нанюхает. Куда это, какая? Ну видишь, больная. Пейзажи. Это красиво. Приближать и тому подобное. Не, она не умеет. Не умеет. Это
вода шла по дороге. Вот, в 14 году. Это когда это вверх? Тут тоже он какая-то пещера, что ли? Вот Денисова пещера называется. Здесь работают археологи, и есть городок археологов вот тут дальше. С 89-го года, по-моему, он построен, городок. Значит, в пещере был откопан фаланга пальца древнего человека. Сделали ему анализ и выяснили, что она не подходит ни под одну из ранее существовавших этих древних людей. И дали ему имя отдельное. Человек Денисовский. Собаки. Промышляла. Летом тут туристов много ходит. И вот тут продают билет входной. 10 рублей стоил билет. А также можно заказать экскурсию. Кто-нибудь из археологов здесь постоянно летом работают археологи. И может рассказывать. А когда открытие было этой пещеры, первые ее раскапывать начали, уровень, она была полностью закопана, только на пузе можно было пролезть. Вот там вот есть линия под потолком, проведена слева, видно, полоса. Вот это был уровень земли. Все это здесь раскопали сейчас. За много-много лет. И там даже есть надпись первых посетителей пещеры. Краской нарисовано. Здесь был Вася. 1800 какой-то год. Или 1900 какой-то. Ну, не помню. Ноги отказывают. Это вот сюда? Да. О, сладко. Чё? Рынки никак. А тут там в другие галереи ходы. Не повёл. Для вас стараюсь же. Раз сегодня же вот не пойдёт. Пусти самогонки. Чашка. Потихоньку, не торопясь, ступеньки скользкие, выпал первый снег. Зайцы. Стоял заяц, тут прыгал, смотри. Зайца. Вон как. Прыг, смотри, какой прыжок. Вместе, да. Задние ноги вместе. Угу. Передние. Задние, вот они, впереди. А это передние лапки маленькие. Он туда шел. А-а-а. Почему? Туда шел. Да. Не-а. Он же задними прыгает, приземляется. Он задние забрасывает, передние вот так остаются. Да? Да, это вот из заднего лапы, а те передние. Понятно. Вон как. Схема. Но дальше. Давайте. С палками? Нет. А вот отсюда, с этой площадки, трос натянутый вот сюда, вниз, к воде, на тот берег, вон туда. И там промывным ситом промывают грунт, который здесь выкопали. Ведро берется, вешается на трос и едет вниз. А в это время по тросу пустое ведро поднимается наверх. Вот
желтая полоса слева, видите, это был уровень земли, с которого начали раскапывать эту пещеру. Она была засыпана практически под самый потолок. Вот тут надписи есть. Вася, Тася, 1911 написано. Вот. ЧКНЦВА 1911. 31-й год. Костя. Да, он уже не на русском написано. Не помню еще. Виноградов. Ага. А это как, наоборот? Но. Вот как туда? А земля была? Засыпана. Засыпано было все. Они на пузе пролазили первые сюда. Вот смотри туда, вон какая она. Вот эта пещера, это же вот массив известняковой породы, он раньше был морское дно. И когда образовывались горы Алтая молодые, они поднялись. И вместе с этим поднялись вот эти пещеры. В этом месте было найдено осколки стрел. Пуль много было. Вот кто все входил в эту пещеру, они стреляли, чтобы убить врага, как бы мифического врага, духов, чтобы потом после этого заходили в эту пещеру. И вот здесь сейчас производятся раскопки некоторых галерей. Вот, вот эту всю раскопали они уже. Она выходит туда вниз, вон в ту дыру, в нижнюю. А вот это вот туда дальше коридор еще вниз уходит. И они выкопали. И сейчас, я не знаю, там, по-моему, дальше уже тупик. А в каком-то году здесь была, проходила конференция международная. И японцы притаскивали оборудование. Они прозвонили гору и сказали, там есть еще пустота в горе. В том месте. И вот они роют. Вон, смотри, наверх это уходит. А в древние люди, они здесь остановку делали, здесь вот вставлялись жерди, вот видите характерные эти выступы, сюда вставлялись две жерди, и здесь овцы стояли на ночь, загоняли овец и закрывали выход. Вот так вот она была. Вот уровень полосой проведен, вот так здесь был уровень, с которого начинали раскопки. Вот характерно. Такого больше нигде нет, вот как вот здесь, в этой пещере. Здесь полоски, каждая полоса – это наслоение многих-многих лет. И вот они сейчас раскопывают вот эти полоски, и там находят разные стрелы, пули, кости. Находили это украшение из страусиного яйца сделанное, и сказали, что тот, кто раньше здесь жил, они, видимо, торговали с Австралией или там с китайцами, что из Австралии страусиные изделия ювелирные какие-то попались. Украшения, бусы там или еще что-то из этого страуса сделано было. Здесь вот сейчас закрыто, здесь большая-большая яма. 3 метра глубиной. Как бы ее закрыли, чтобы никто туда не упал. А вот здесь вот дальше... Дальше не пройдешь. Угу. Сейчас. Фонарик включим. А у меня видеокамера с подсветкой. Можно подсветку включить. Ну вот здесь все. Как бы вот подойдите к краю, здесь спокойно можно стоять. Вот вниз видно. Но... Там они как бы роют дальше яма, и там вон пометки стоят, что белые это. Белые это слои по годам, как бы предполагается, что вот там эры, там эпохи, вот эти годы. И здесь он пометка. Но... А здесь этот был шнур привязан. Вот
уключенные стоят, провод. Сюда притаскивают провод, и лампочки освещения здесь светят. Ну ладно, спасибо. Еду. Да. Спасибо. Едем дальше. Снять райд-центр Рускама. Пушки вон стоят две. Две, ага. Гаубицы. До 300, да? Нет? Или как они, до 30? Так там и эти тоже сделаны. Лестница туда. И по ступенькам подъем туда. Вон, видишь, какая длинная лестница. Тут мостик сделан, сортир вон есть. А вот аил, смотри, какой большой сделан. Настоящий аил, он обязательно корой кроется. Солнце светит, как белый будет. Ну там леса нет. Леса нету, но. У нас же никак на Урале разработки не ведутся в горах-то. Раньше велись. Вон, смотри. Тут вообще обалденно. Это гора Камза. Переводится курящая дуб. У нее вершина всегда в облаках. Это бывший вулкан. Вот прямо вершина у нее. Прямо вот как КамАЗ. А вот солнечная электростанция слева. Да тут много получается. Их наляпано-то. Ну, еще одна стоит. Мясо.